Всероссийский конкурс по книге «Муфтия Дагестана. Благонравие праведников» подошел к концу. Для участия в финале в Махачкалу съехались лучшие знатоки со всей страны. На кону главный приз – квартира в столице республики. Подробнее в сюжете. Они лучшие из лучших, всего около 250 человек. Мужчины и женщины, взрослые и дети, участники со всей страны. Они прошли два сложных этапа, прежде чем оказаться в финале. У нас было на первом этапе 30 вопросов. Все были в виде тестов, были более-менее легкие. Уже во втором этапе у нас было 35 вопросов, из них 3 в виде письменных заданий. И некоторые вопросы мы немного чуть запутали, усложнили. Но уже это финал, многие люди у нас знают книгу наизусть, поэтому не усложняя вопросы, не получается, будет трудно выявить победителя. И в финале у нас 10 тестов, 40 у нас письменных вопросов. И они тоже, соответственно, усложнены, немного запутаны. Участникам на выполнение задания отводится 2 часа и 15 минут. Вопросы запутанные, а самые сложные – это письменные. Организаторы действительно постарались сделать этот конкурс объективным, справедливым, и вопросы были действительно сложными. Это, я думаю, позволит им выявить победителя, чтобы не было разногласий. За финалистами смотрят внимательные волонтеры. Запрещены любые виды шпаргалки. При их наличии работы сразу аннулируются. Во время проведения конкурса мы с самого начала забираем у участниц сумки, телефоны, наручные часы. Только оставляем воду попить и ручки непосредственно. Раздаются листы, и они, соответственно, отвечают, обводят кружочком все эти ответы, ни галочки, ни черточки, именно таким образом. В Махачкалу приехали участники с разных регионов России. Одну из многочисленных делегаций в этом конкурсе представлял Уральский федеральный округ. Принял участие около 500 человек в первом этапе. Во второй этап прошли, получается, около 133 человек. И в финале мы выбрали двух наших самых сильных ребят, которые по баллам мы понимали, что они будут составлять мощную конкуренцию, конечно же, дагестанцам, и привезли их в Махачкалу. Строгое жюри уже начало подсчет баллов, и на этой неделе муфтия Дагестана объявит главного победителя, который получит ключи от квартиры в Махачкале. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.